Всем привет! Съездил на почту, наконец-то получил посылку. Наушники, которые были мной заказаны аж 8 августа. Вот и представьте, они шли больше 2 месяцев. Откуда заказывал? Заказывал с Китая, пробовал через Джум. То есть я заказывал позже наушников защитное стекло, я еще обзор не выложил, я его выложу по распаковке. Оно пришло намного раньше. Да и вот теперь наушники. Посмотрим. Bluetooth, наушники. Что как покажет. Чё. Сейчас вот съездил на почту, забрал. На танки. Паровоз вперед летит. Ковыля остановка. Сейчас посмотрим. Что-то пакет. Я думал, коробка будет какая-нибудь. Здесь пакет просто. Что-то не понял. Один наушник, что ли? О. Пришел один наушник. Двумя наушниками не пахнет. И шнур. Вроде как для зарядки. Иргуня, тебя кинули китайцы. Ну что, будем писать, разбираться, где второй наушник, блядь. Вот так вот. Там было 2 наушника, наверное? Ну, 2 наушника должно было быть. Наушники, пишут же. Я заказывал наушники. Ну, больше в пакете, кроме вот этой пупырки, там ничего нету, пусто. Ладно, посмотрим в деле и потом скажем, что. С одним наушником будем ходить, как дурак с одним башмаком. Ну вот видишь, твой... Дебют на ютубе с одним наушником происходит. Да, вот он, барахольщик из Китая. Ладно, всем счастливо. Всем пока-пока. До новых обзоров.